Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Часть третья. Мы продолжим наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту. Гладкую кожу, шелковистые волосы, глаза, стройную фигуру и легкую походку. Мы говорили о витаминах группы В, которые важны для организма все. Витамин В5 препятствует старению, дряблости кожи, аллергическим реакциям, ускоряет рост волос, улучшает состояние волосяных фолликул. Признаками недостаточности в организме витамина В5 являются тусклость цвета глаз, ранняя седина, появление белых пятен на теле, кожное высыпание, нарушение обмена веществ. Витамин В5 содержится в следующих продуктах, таких как в почках, в печени, пивной дрожжевке, яичном желтке, сметане, кефире, твердых сырах, вороге, арахисе. Весной рекомендуется добавлять в салаты свежую ботву редиса и моркови, а из листового салата и пекинской капусты, зеленого лука, петрушки, укроп можно готовить салаты ежедневно. Полезно также очень цельнозерновые каши, пшеничные, ржаные отруби, овсяные мюсли. О других витаминах вы можете узнать в следующем видео. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.